В Македонии в воскресенье проходят неочередные парламентские выборы и второй тур президентских. Лидер правящей демократической партии Македонского национального единства и действующий премьер Никола Груевский решил объявить досрочное голосование, чтобы получить парламентское большинство и еще больше упрочить свое положение. Поставлена цель занять 62 кресла из 123. Главная оппозиционная сила – Социал-демократический союз – обвиняет Груевского в неспособности продвинуться по пути вступления в Евросоюз и урегулировать спор с соседней Грецией о названии Македонии. Президент страны имеет главным образом церемониальные функции, однако избирается всенародно. Действующий глава государства Георгий Иванов имеет шансы сохранить за собой пост с отрывом в 10-15%. Оппозиционер Стева Пендаровски сможет составить ему конкуренцию, только если поддержку ему окажут македонские албанцы.